Головная боль – одна из самых распространенных жалоб, с которыми пациенты обращаются к врачу. Сегодня в прямом эфире программы «Доктор онлайн» врач-невролог расскажет все о причинах и следствиях недуга, которые, к слову, могут быть крайне опасными для здоровья. Как объяснил нам невролог клиники Motor Sich Дмитрий Дац, существует всего два типа. Они же основные причины головной боли. Головная боль напряжения, то есть боль из-за перегрузок организма, и мигрень. Чаще всего ей страдают женщины. Также голова может начать болеть из-за других недугов, которые наносят удар организму. Например, гипертоническая и гипотоническая болезни. По словам медика, крайне важно обратиться на прием к специалисту, если вы чувствуете длительные головные боли. Такому пациенту предложат провести диагностику с помощью компьютерной томографии либо магнитно-резонансной томографии. Делается это для того, чтобы исключить новообразование головного мозга. Зачастую пациенты не обращаются к врачам с головной болью, терпят до последнего и бесконтрольно принимают болеутоляющие препараты. По словам Дмитрия Дацца, это делать категорически запрещено. Прием препаратов, он опасный тем, что может маскировать основные симптомы. Есть же головная боль, которая возникает не на фоне, допустим, перенагрузок, это разное поражение может быть головного мозга, может быть поражение внутренних органов, может быть поражение эндокринной системы, разных систем организма. Главная опасность в том, что маскируя основной, а иногда и единственный симптом серьезного недуга, пациент оттягивает момент его обнаружения, а значит, сам позволяет болезни наносить ущерб здоровью. Если у вас есть вопросы к неврологу клиники Motor Sich Дмитрию Дацу, звоните в студию программы «Доктор онлайн» по номерам прямого эфира. Медик окажет вам бесплатную и моментальную консультацию. Повтор программы в пятницу 20 мая в 9:00 и в понедельник 23 мая в 15:00.